Куриное мясо, пожалуй, один из самых полезных продуктов. Большинство диет используют его как основной источник белка. Кроме того, курицу можно приготовить множеством способов, и каждое блюдо будет достаточно вкусным, а значит, диета будет эффективнее, ведь куда приятнее придерживаться диетического плана, если в него входят вкусные составляющие. Вот пять причин, по которым стоит выбрать курицу как основу для диеты. Диета на курице обеспечивает организм белком и надолго дает чувство насыщения. Как правило, такая диета длится не более 7 дней. Основу рациона составляет нежирное куриное мясо, отваренное или приготовленное на пару. Кроме него в меню должна присутствовать клетчатка, овощи, несладкие фрукты, отруби. Есть несколько разновидностей куриной диеты, одни более строгие, другие щадящие. Какой вид рациона выбрать, чтобы эффективно терять вес? Самый жесткий вариант куриной диеты. Перед тем, как ее начать, следует обязательно проконсультироваться с врачом. Такие ограничения в питании противопоказаны при заболеваниях ЖКТ, почек и печени беременности в детском и подростковом возрасте. Дневной рацион на монодиете ограничивается употреблением 700 граммов отварной или приготовленной на пару куриной грудки. Суточное меню должно быть разделено на 5-6 порций. Из напитков разрешены вода и зеленый чай. Кофе пить можно при условии, что нет проблем с почками. Поскольку большое количество белка увеличивает нагрузку на почки, кофе может спровоцировать обострение заболеваний. Длительность монодиеты не должна превышать трех дней. За это время можно сбросить 2-3 килограмма. Важным аспектом на строгом курином рационе является прием витаминных комплексов. Тяжелые физические нагрузки лучше ограничить до возвращения к более полноценному питанию.